В рамках рабочей поездки в Кинешму во вторник 15 января губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский передал 25 новых машин скорой помощи в учреждение здравоохранения региона. Документы и новая техника вручены главным врачам центральных районных больниц, а также руководителям Ивановской областной клинической больницы и станции скорой медицинской помощи города Иваново. Три автомобиля, предназначенные для оказания экстренной общепрофильной врачебно-фельдшерской помощи, поступили и в нашу центральную районную больницу. Парк автомобилей пополнят две машины на базе УАЗа и одна машина на базе «Газели Next». Все автомобили полностью укомплектованы до класса Б. Здесь есть все необходимое оборудование для оказания помощи разным категориям пациентов. Можно осуществлять медицинскую транспортировку и эвакуацию больных в областные лечебные учреждения. Это автомобиль скорой медицинской помощи класса Б, то есть он полностью укомплектован в соответствии с 388 приказом о порядках оказания скорой медицинской помощи. Здесь есть все необходимое оборудование для проведения экстренной и неотложной медицинской помощи всем категориям больных. Вот перед нами дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких для проведения реанимационных мероприятий, электроотсос, помпа для нагнетания медицинских растворов. Здесь есть разные виды носилок и укладки, реанимационная укладка, детская укладка для рожениц. Хорошо, что в этом автомобиле нет нового оборудования. Здесь оборудование все то же, которое было и в предыдущих машинах. Это хорошо связано с тем, что нет необходимости обучать фельдшеров работать на новом оборудовании, можно сразу приступать. То есть оборудования дополнительного не требуется. Здесь есть все, что необходимо. Сейчас в парке скорой медицинской помощи 5 автомобилей, полностью укомплектованных, что, конечно, позволит улучшить качество и доступность оказания помощи жителям района. Действительно, такое событие для нас неординарное, потому что такое количество автомобилей поступает впервые. И, конечно, переполняет положительные эмоции от такого. И очень рада за своих сотрудников, которые будут работать в адекватных, нормальных условиях, комфортных. И, конечно, за жителей района. Работа у нас такая мобильная, требуется за короткие промежутки доезжать по всему району. Вызовов очень много бывает, особенно вызовов много было в праздничные дни. Более 500 вызовов послужили с 30 декабря по 8 января. То есть действительно более 60 травм было, более 60 детей, лиц в алкогольном пьянении было очень много. Поэтому с помощью каких-то автомобилей, надеемся, улучшим качество оказания помощи. В среднем за сутки скорая помощь проезжает около 180 километров, почти 70 тысяч километров в год. Поэтому износ машин наступает довольно быстро, учитывая их круглосуточную работу. В связи с этим обновление автопарка требуется регулярно. В ближайший вторник машины получают номера и со среды врачи скорой медицинской помощи пересядут в новые автомобили.